Добрый день, друзья! Масляный крем со сгущенным молоком – один из самых простых и быстрых масляных кремов. Он отлично подходит для выравнивания и украшения тортов, наполнения эклеров, трубочек, заварных пирожных, для прослойки рулетов. Процесс приготовления данного крема простой, но важно знать некоторые нюансы. Для его приготовления необходимы всего два ингредиента – сливочное масло и сгущенное молоко. Точное их количество я укажу в описании под видео. Также, по желанию, можно добавить ванильный экстракт или коньяк. Перед тем, как приступить к взбиванию крема, нужно заранее выложить масло из холодильника и оставить его на несколько часов при комнатной температуре. Оно должно быть хорошо размягченным. Оптимальная его температура для взбивания 20-21 градус Цельсия, процент жирности не менее 82%. На средних оборотах миксера взбиваю масло до посветления, увеличения в объеме и пышности. На это у меня уходит 5-6 минут. Нужно как следует наполнить масло кислородом, поэтому первый этап взбиваем сливочное масло, а уже потом постепенно добавляем сгущенное молоко. Теперь в 3-4 приема ввожу сгущенку и также на средних оборотах взбиваю каждую порцию до полного ее соединения с маслом. Ее температура должна быть максимально приближенной к температуре масла. В процессе взбивания очищаю стенки чаши. О готовности крема вам подскажут следующие признаки. Увеличение объема ингредиентов в 2-2,5 раза. Получение гладкой, блестящей, глянцевой поверхности. Образование в креме пустот при взбивании. Наличие четкого узора от венчиков миксера. Крем должен медленно сползать с лопатки. В конце взбивания добавляю несколько капель ванильного ароматизатора. Если будете добавлять ванильный сахар, то вводите его с первой порции сгущенного молока. Масляный крем со сгущенным молоком готов. Он имеет нежную, воздушную текстуру. С ним легко работать при выравнивании тортов, которые после охлаждения становятся стабильными, хорошо держат форму. Также с помощью кондитерских насадок им очень просто декорировать различные десерты и торты. Узоры, шапочки, цветы из данного крема четкие и стабильные. Данный крем можно окрашивать пищевыми красителями, при необходимости замораживать. Масляный крем со сгущенкой получается вкусным, но калорийным. И все же мало кто откажется от кусочка тортика или нежного десерта, способного превратить простое чаепитие в праздник. Если видео было вам интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Скоро увидимся!